Ажиотаж вокруг этих выборов был серьезный. Я бы сказал так, что это были очень политизированные муниципальные выборы, где вопрос стоял не только о том, что кто будет управлять те или иными городами, регионами, но и вопрос стоял о том, насколько население поддерживает политический курс страны. Что а, крайне неожиданно оказалось а, для всех, это потери правящей партии а, крупнейших а, лидеров в крупнейших а, регионах. Это Стамбул, Анкара, Измир и Анталия. Измир. Он а, традиционно всегда а, тяготел, так сказать, к, кемалийской оппозиции. Он и подтвердил это свое. А вот а, а, в Анкаре это столица, 15 лет правила правящая партия справедливости и развития, АК партии она потеряла свои позиции о том, что велика вероятность победы Еваша, это вот новый мэр Анкары Еваш, это эксперты говорили, что вероятность достаточно высока. Но вот, Поражение Акпатия в Стамбуле – это, конечно, огромная сенсация. Хотя поражение конечно это очень очень тонко конечно это ничтожная э, разница там речь идет по сути дела разница в сотые процента э, поэтому э, это фактически, можно сказать что э, по предпочтениям э, стамбул поделился, поделился пополам но Приста, главный победитель достается представителя оппозиции и, соответственно, контроль над огромными финансовыми ресурсами. Но из Ми, надо сказать, что Астанбул это где-то 20% населения, это 30, возможно, 35% турецкой экономики. Причем бурно, наиболее бурно развивающийся. При этом Эрдоган, это бывший мэр Стамбула, который начинал свою карьеру в качестве многолетнего мэра Стамбула. Тоже 15 лет, там бы даже больше была партия у власти. И перед выборами, понимая, что есть угроза поражения, Эрдоган лично провел множество митингов в Стамбуле. Кстати сказать, человек, который выдвигался от партии, это Бенали Елдырым. Это тяжеловес тяжеловесов политики. Это ну, очень эффективный, энергичный, харизматический политик. И то, что он все-таки проиграл выборы, это, конечно, шокирующий абсолютно результат. Еще один важный результат заключается в том, что провинция проголосовала при этом за партию справедливости и развития. Поэтому большинство-то, собственно говоря, пока ОАК а партии, без сомнения, есть, но сдвиг произошел и очень внушительный. Таким образом, в стра стране это главный результат резко выросла поляризация. Значит, поляризация прошла потому, что образовались два мощных блока сами по себе. Поляризация заключается в том, что страна вот, ну, почти 50 на 50 с точки зрения избирателей поделена, при том, что у правящей партии большинство населения, но оппозиция контроль над самыми бурно развивающимися, динамичными и ресурсами городами. Вот такой Такая поляризация, видимо, будет станет, станет главным фактором предыдущих главным фактором последующего политического развития.